Приветствую зрителей. Видео называется «Метание по краю». Один из самых сложных боев – это не тот, где вы сталкиваетесь с превосходящим количеством противника, а бой, где противник может возникнуть в любом месте, ударить в тыл, обойти и так далее, где ваши, так сказать, сокомандники, ваш лэнс, ваши союзники не смогли задержать в каком-то направлении противника, и он может оказаться в любом направлении. Самый сложный бой. Охарактеризовать его можно только саму испытав. Он кажется, может быть, легким, несложным, но после того, как вы столкнетесь и будете в неизвестности, насколько и где может находиться противник, вам становится немножко не по себе. Но единственное, такие бои больше всего учат взаимодействию со своими союзниками. Стандартная ситуация. Мы идем через этот маленький грот. Конечно, вовнутрь пещеры заходить не будем. Нету смысла. Тем более наш уже там пробежал. Он уже показал, что никого из противников там нету. Становимся в стандартном месте и ждем противника. Пока никаких сложных ситуаций нету. Полетели СРМ, ЛРМки и длительные импульсы лазеров. Это самый дальнобойный лазер. По-моему, лазеры в данный момент уже могут порезать на сегодняшний момент. Так, пока ждем, особенно не палимся, стараемся не двигаться с места на место, чтобы нас, так сказать, никто не увидел. В шахту рвануло несколько человек. Стоим, ждем. Чтобы нас не засекли сейсмиком, смотрите, мы просто не двигаемся. Так, чуть двинулись. Видите, обстрел ракетами такой мощный. Все, сейсмик работает. Вот появился враг. Давайте его. Блин, ну, немножко забываю. Хотя играю давно, немножко забываю насчет того дальности, так сказать, вооружения. Он пульсарами по мне фигачит. Но, как говорится, спрятаться мы всегда успеем. О! Пытаемся хоть кого-то достать. У меня здесь находится только один модуль. Сейсмик. По-моему, Дарвульфа я еще не прокачал полностью, чтобы два модуля можно было переместить. Тут находится ультра двадцатка. Не скажу, что ее зря поставил, но у нее иногда случаются как бы сомнительные пропуски урона. Видите, из-за того, что у меня лазер находится довольно-таки низко, мне приходится мазать, так сказать. Все, наши с правой стороны обошли. Теперь можно смело атаковать противника. На кого он попер? Так, ну мы, конечно, тут погорячились, как говорится. Сзади пытаются нас разобрать. Так, делаем обратный разворот. По ошибке, так как я не успеваю, я ему другой полуторс раздавил. Ну, как бы я уже начал. Так, обратный разворот обратно делаем. Сейчас полуторс ему додавим. Он слишком быстро перегревается. Так, первый полуторс готов. Все, чисто пушка, чтобы не перегреться. Все, мгновенно убит. Конечно, совершили ошибку. Тут же по нам ракеты летят. Ошибка была в чем? Что мы перегрелись. Это одна из первых ошибок. Вторая ошибка, надо было чисто пушками стрелять. У них нагрев намного меньше. Лазерами чисто дополнительными, так сказать, выстрелы. Так, вот он, противник. Обработка дальнобойными лазерами. Мы даже пушки не применяем. Как будто что-то там оторвали. Это сразу было видно. Работаем без увеличительной оптики, так сказать. Так, короче, никого не видим. Вот он, противник. Так, сейчас нам покажется, по-моему, рядышком еще один противник. То есть нас в любой момент могут, так сказать, атаковать. Так,
Подходим. Лазерами стоило атаковать. Это, конечно, круто, что против меня ЛРМ-ки применяют. Обратите внимание, я стараюсь подставить все плоскости под ракеты, чтобы как можно меньше охлаждаться. Ой, это нагреваться. Причем я сейчас вырубил оптику, так сказать, и сразу обнаружил противника. Мгновенная реакция, мгновенное изменение обстановки. Вот противник находится у нас в тылу. Я не просто стою, я пытаюсь ударить по тылу, так как противник с этих сторон это обычно ведет к проигрышу. Так, сейчас еще лайта. Лайта обычно не наглая до тех пор, пока их не зафокусили. Если особенно им ногу повредили, они стараются как бы уже находить дистанцию. Вот, добиваем противника. У нас только один шанс добить его, чтобы он просто убежал. Перегрева пока нету. Видите, я ему неплохо так долбал. Так, и зря я, кстати, сюда попёрся. Упал вниз. Ну, это я где-то специально упал. Вот, все. А вот это вот ошибка была. Я практически сейчас наверное умру. И мне сзади, кстати, неплохо так. Гачки спереди я бы еще более-менее вытянул. Смотрите. Спасибо за внимание. Это был сложный бой по 700 дамага.